Доброе утро. Мы находимся во внутреннем дворе гостиницы «Украина». Как видите, здесь есть небольшая спортивная площадка, опять же, с этими ужасными уличными тренажерами и с одним покосившимся турником и шведской стенкой. Не густо. В целом все совсем не густо, но с другой стороны, мне не нужно здесь сегодня тренироваться. У меня сегодня день отдыха, поэтому все равно, на какой его площадке проведу. Что могу вам сказать интересного? Потихоньку движемся мы ко второй технике. Вот, круги идут ровно, погода в Москве радует очень сильно. И в этом плане я даже немножко расстроен, что я здесь сегодня тренируюсь, потому что, в отличие от вчерашней площадки, здесь нормальное покрытие. Я буду стараться выбирать площадки дальше, где либо чистится очень хорошо, либо асфальт, либо покрытие видно. Потому что вот скользить мне совсем не нравится. Особенно это опасно на выпадах, если вы делаете, если у вас и так нестабильно колено, да, когда вы приседаете, выпрямляетесь, то если еще все скользкое, это не очень хорошо, вообще не очень хорошо. Вот, что еще? Какие еще вопросы были? Что делать, если вдруг совсем заболели колени, ноги там, я не знаю, и не может ни приседать, ни делать выпады? Я рекомендую делать тогда в кругах два раза подтягивание, два раза отжимание. То есть подтягивание, отжимание, подтягивание, отжимание. Вот, не просто один раз делать это, а вот два раза в кругах, чтобы все равно было 4 упражнения, было эффективно, может быть, чуть поменьше повторений в каждом упражнении, но это будет лучше, чем делать просто там по одному разу и то, и другое. Следующий момент по поводу, если вдруг вы по какой-то причине выбыли на продолжительный срок, но вы уже далеко ушли в программе, допустим, базовый блок вы прошли, хотя по какой-то причине вам пришлось выбыть из строя там на неделю, на две, то я бы рекомендовал возвращаться с начала продвинутого блока, но возвращаться постепенно, там, я уже писал это в инфопосте, я делал видео на эту тему, как правильно возвращаться, то есть возвращайтесь постепенно, повышайте нагрузку, можно начинать с 10-25% от прежнего уровня, главное постепенно, плавно вот выйти на тот уровень, где вы были до этого. Плавность вообще и постепенность – это залог здоровья в нашем деле. Вот, что еще? Да я не знаю даже, что еще рассказать. Красиво тут, честно вам скажу, но не там. Давайте я вот так буду стоять, чтобы у вас было красивое здание на заднем плане. Вот. Да все, собственно говоря, на самом деле-то что? Движемся. Вперед. У меня, кстати, не день отдыха, у меня день растяжки сегодня. Я думаю, что-то странное. У меня же в пятницу был день отдыха, а потом сейчас снова день отдыха. Нет, день растяжки. Будем растягиваться. И вам того же самого желаю. Вот как Москва растянулась сейчас на юг, в сторону юга и Калужской области, так и вам желаю растянуться, например, в шпагате. Вот, все, увидимся завтра. Завтра будет тренировка, подходы с паузами. Будем бомбить. Пока.